Сейчас, по-видимому, Путин сторговался, по правому и левому, по-видимому, не понимая или понимая. Путин понимает все. У него не хватает нравственных качеств, а интеллектуальными там все нормально у него, чтобы про не говорили. Он понимает, негодяй, да, пожалуй, так можно назвать, что он делает. У Путина своя война. Поэтому говорят, что вот вы там, Путин, Россия. Путин и Россия – это не только несопоставимо, это враждебное понятие. Русская Россия и путинский режим – это не то, что несопоставимо, это враждебное понятие.